Мы начинаем второй блок нашей разминки и приступаем к бедрам, коленям и стопам. Ставим ноги на ширине плеч и раскачиваем бедра из стороны в сторону. Затем запускаем по кругу. В другую сторону. И можно чуть-чуть смягчить колени. И продолжаем делать восьмерку. Разминаем колени. Ноги вместе. Продолжаем круговые движения. Подтягиваем правую ногу к себе. Переводим аккуратно ногу назад. Подтягиваем пятку к ягодичным мышцам. И запускаем колено по кругу. В другую сторону. Повторим все с левой ноги. Затем переходим к выпадам вперед. Покачивающее движение вниз. И затем переходим к стопам. Ноги вместе, шестая позиция, поднимаемся на полупальцы. Переменно. Одна, вторая. Одна, вторая. И раз, и два, и раз, и два. Следующее упражнение. И наоборот. На этом наш блок закончен. Если вы будете делать эти упражнения ежедневно, он поможет вам быть всегда в прекрасной форме. Спасибо. Начни с малого.